Всем привет, вы на канале Мартыни, и сегодня я снимаю видео с Викой. Привет! И сейчас у нас такой же челлендж, как и с Викой и с Полиной. Их тест показал, что они нехорошо знают. Вот, да, Поля. Да. Вот, и сейчас она будет Поле нам задать три вопроса. Давай, ты первая. Куда? Вика, ты первая. Ну, пошли. Вика, какое домашнее животное имеет Маша? Собака. Все. Какое домашнее животное имеет Вика? Кошка. Сколько лет Маше? Наверное, 11. Сколько лет Вике? 11. Как зовут брата Маши? Рома. Маша! Да? Как зовут брата Вики? Дима. У всех плюсики. Что, мы угадали? Да. А первый вопрос был какой? Про домашнее животное. Ей серьезно 11 лет? Серьезно. А, ура! Да. Мы отгадали. Маша, тебе 11? Да.